Привет. Ну, это новый формат моего нового супер-блога о здоровье. О здоровье, которое завещал нам Иисус. И о ряде экспериментов, которые я провел на своем теле. И после которых неожиданно открыл для себя то, что есть Евангелие от Есеев, в 1920 году переведенное, случайно там найденное где-то в архивах Ватикана, и в котором достаточно подробно все мои эксперименты написаны, и с таким посылом, что их завещал нам Иисус. Вот, поэтому сделаю вот небольшой цикл видео, в котором хочу почитать это Евангелие. Ну, это 2-3 минутки в день вас не обременит. Но зато, когда гром грянет и начнет что-нибудь в вашем теле отваливаться, вы вспомните и, может быть, тоже придете к этому простому и, самое главное, бесплатному, что в наше время очень важно, способу быть здоровее и счастливее. Ну и до новых встреч в этом цикле видео. Пока.